о блаженном успении вечный покой подашь ты, Господи, сотрудникам служб специального назначения при исполнении воинского долга убиенным и всем вождям и воинам за веру и отечество жизнь свою положившим и сотворим вечную память. 1 июля 2023 года в рамках первосвятительского визита в Калининградскую митрополию святейший патриарх Кирилл возложил цветы к мемориалу погибшим сотрудникам спецслужб, героям спецназа ФСБ. У этого памятника с особым чувством воспринимаешь все то, что связано с гибелью людей в мирное время. Люди погибают в мирное время по разным причинам. И не всегда с причиной смерти является нечто достойное. Но те люди, которых мы сейчас вспоминаем, отдали жизнь свою за народ, за отечество, за родину. Это те мужественные сыны Отечества, которые продолжили великую традицию русского воинства защищать Родину в любое время и при любых обстоятельствах. Героизм, который сопровождается с гибелью человека, он заслуживает особого внимания, особенного сохранения в народной памяти имен тех, кто этот геройский поступок совершил. И, несомненно, примеры этих людей должны вдохновлять и в первую очередь молодежь нашу, да и всех нас, быть всегда готовыми сделать нечто, что для нас может показаться весьма трудным, а иногда и невозможным, но что приносит великую пользу другим людям. Собственно говоря, к этому и нас Бог призывает. Что такое доброе дело? Доброе это дело – это не то, что мы делаем, как говорится, от чрезмерного достатка или от избытка свободного времени. Доброе дело – это такое дело, которое мы совершаем, отрывая что-то от себя. Маленькая-маленькая жертва. Вот что такое доброе дело. А вот те люди, которые жизнь свою отдали, совершили доброе дело величиной во всю свою жизнь. И потому бережно должно сохраняться в памяти народной все то, что связано с их жизненным подвигом. Я благодарю создателя этого замечательного памятника. Благодарю всех тех, кто, приходя к этому памятнику, молится или просто вспоминает имена героев. И покуда эта память живет в народной жизни, глубоко убежден в том, что и живет и тот великий дух нашего народа, который и являлся, и является причиной наших побед. Да упокоит Господь души усопших рабов Твоих, вождей и воинов, жизнь свою за веру Отечества положивших, и сотворит вечную память в сердцах наших. Еще раз всех вас приветствую и благодарю за участие в этом событии.